Приветствую вас, вы находитесь на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Sniper Elite 2 и продолжить. Где-то в пригороде Берлина Вольф и его русские друзья собирались стереть Лондон с лица земли. Но я все еще не знал, где находятся пусковые установки. У меня был адрес конторы Вольфа, она расположилась в самом сердце города. И если бы я ничего не нашел там, то смог бы найти ответы на некоторые вопросы в здании министерства неподалеку. Битва за Берлин была в самом разгаре. Бои шли на каждой улице. На всех крышах сидели снайперы. Танки заняли все мосты и площади. Немцы жгли свои документы, чтобы они не достались русским. Мне нужно было спешить. Ну что ж, поспешим. Поспешим подписаться на мой канал. Так, попасть в подземку, чтобы проникнуть в немецкий штаб. Ну, давайте посмотрим. Так, сначала проверяем всегда оружие. Проверили. Давайте осмотримся. Он сказал, тут снайперами все завалено. Но пока не вижу. Это меня радует. Попасть в подземку. Ага. В чем подвох? Так, я что-то недопонимаю. Ой-ой-ой. Я слышу выстрелы. Вон они. Ой-ой-ой. Вон он, снайпер. Я его не вижу, зато он меня видит. На. Первый есть. А, так он один. Ну, он шею разорвало только в путь. Я когда по ней правым нижним? Ну, в лоб. Лоб. Ну, почти. Тоже неплохо. Глазные яблоки только раскрылись. Вот так вот. Где еще? О, нормально. Все, это мы поговорили так. Это единственный путь. Ага, я, кстати, друг посюда и должен был идти. Это вышло всего лишь посмотреть. А оказалось, посюда надо было идти. Понятно. Хорошо. Ну, пойдемте. Мне надо опять на ППШ поменять, чтобы не лохануться. Вот он, пробежали. Продолжайте искать. Ой-ой-ой. И вот так обратно. Ой-ой. Да как так-то? Вот так. Господи, там немцы, тут русские. Вы что, охренели, что ли? Меня так терроризировать. Вот так. Скрылся, и то получше. Еще один. Вот так. Теперь кто по мне стреляет? На тебя, козел. Не знаю почему, но ты мне больше всех не понравился. Еще разок. Нет, не поймал. Успел убежать, падла. Так, мне покуда
Идти-то придется. Чтоб не знать, какое оружие себе брать. Ох ты, в бочину наконец-то ему полноценная пуля. Ой-ё, это было легкое. Ну ничего, все. Все, расправился с ними. Так. ППШ. Берем. Берем по полной. Вооружаемся. Когда идем до фрицев, сразу на ихнюю хрень поменяем. Будем действовать, исходя из обстановки. Ну, что ты там ходишь? Я ж тебя видел. Заблудился? Ну, еще? Все? Полежи, отдохни. Так, машину можно было взорвать, но это мне надо. Помогите. Хрен тебе, кто поможет. Или помогут. Ох, я бы не советовал. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Ни хрена у нас здесь нету. ППШ. По фашистам с ППШ. ППШ. Хороший автомат. Да. Так, пока необходимости нет. Не понял. Это кто меня так высматривает? Ага, вот так. Я должен среди них, значит, сейчас корячиться. Сдохни. Ты чё, падла? Я тебе дам, сдохни. Ну-ка, еще один. Где-то. Не вижу. Вот так вот. Давай-ка я тебя вынесу. Кто-то. Да падла. Ладно, подождем. Успокойся, сердечко. Ждем. 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 Ладно, перемещается. До 60, до скольки надо пустить тебя? Вот и все. И нет, убила. Жадность била, погубила. Он лежит на дне изыла, в жизни мало что успел. Жадность хуже, чем холера. Жадность губит флебустиера. Так. Я не понял, что-то по-немецки могу заправлять боеприпасы-то. Так, нечестно будет. Это ущемление. За золото кусочек. Можно я куплю себе патронов к ППШ? Нет, нет, нет. Еще один. Давай. Три патрона у тебя израсходую даже. Почему такой дебил? Ой. Итак.
Начинаем собирать немецкие трофеи. Как это не прискорбно, но надо. Ой, боеприпасы. Боеприпасы. Боеприпасы мы всегда готовы взять. Чем больше, тем лучше. Вот там поди тоже золото есть. Стоит туда идти. Ну, блин, поверху, пониже пройти можно. Еще разок. Ух ты, добрал чего-то. Вот теперь можно еще поискать патроны. Три. Два. А хрен там два. Нет, сколько-то взял, смотрите-ка. Просто у него ствол отдельно лежал. Куда ты встал? Дебил дебилом. Почему вас только учат? Только что там одного убил, второй лезет, пищит, но лезет. Идиот. Ой, смотрите, какое место хорошее для снайпера. Еще стоят, как будто тут ничего не произошло. А вот произошло. Ваша беспечность вас погубила. Вот тут все заправлено. Итак, ладно. А, вот так можно было обойти, да? Можно было обойти. Отвлекая внимание. А я такой негодяй взял и месиво его устроил. Но это же я. Ну, я не мог без этого. Уж простите, извините. Смотрите. Кучка. У них просто такая любовь. Все было, понимаете. Смотрите. Ой-ой-ой-ой-ой. Почему я должен сразу от двоих отбиваться? И от русских. И от немцев. А хотя, что я у них могу взять? У меня все есть. Итак, задача выполнена. Новая задача. Разыскать пана Вольфа в его конторе. Ну что ж. Давайте посмотрим. О, заметили? Шум. Здесь можно под шум подстраиваться. Вот. Дети кушают. Зюбер Хоник. Что такое обозначать, не знаю. Не знаю, даже правильно я прочитал. Хоть и учил немецкий, толк от этого ноль. Нет, в практике все забыто. Да. Вот так вот поедешь в Германию. И ни хрена не знаешь, кроме Kindergen in die Schule. Come here. Hände hoch. Гитлер капут. Что такое вышло? Ох ты. Что у нас здесь? Просто развалины. Хорошо. Что у нас там? Не просто развалины. Когда-то жил неподалеку. Ты надеешься? Не понял. Это кто-то где-то булькал. Точно могу сказать. А вот только кто? И где? Снайперами, говорят, все забито. Кто-нибудь что-нибудь видит? Я вот пока ничего не вижу.
То ли я не там смотрю. То ли... Не понимаю. Ладно. Разберемся. Блин, падла. Не могу туда. Еще разок. Надо найти, разыскать пана Вольфа в его конторе. Ладно, Вольфа в конторе. Опа. Давай. Шум. 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 Есть. Еще где-то есть, нет? А, вот. Господи. Где-то там вот еще один ходил. Так, мне на одном дыхании надо успеть двоих завалить. Ну, тут почти-то в упор, поэтому можно. Первый. Второй. Шум не понял. Шум. Я шум не поднял. Так, давайте посмотрим. Успел. Под шумок. Где-то вот тут вот был еще, нет? Блин. Моя кровожадная натура требует еще жертв. О, как далеко. Есть. Смотрите, как далеко пробило. И второго. Он сонный, что ли? Давайте еще. Еще. Двоих. Хоть бы двоих. Давайте посмотрим. И есть. Вот так. Вроде неплохо сработал. Неизвестно, где я. Меня никто не видел. Только лишь бы из дверей, из ближних не вышли. Откуда они вышли? Оттуда, нет? Кто-нибудь видит? Кто где? Не видно. Так. Ну, неплохо сработало, неплохо. Опа. Вот. Попал. Пулеметчику. Так, ко мне бегут. Какая прелесть. А меня видят? Видят. Ну куда ты вот? С такого-то расстояния. Да с автомата. Ну дебил, дебил. Ну еще и как труса в спину еще. Ой-ой-ой, где ты меня видишь? А, точно, смотрите-ка, он меня. Он меня видит. Ну как, видел. Пока жив был. Чувствую, что точно. Он его без шансов.
Так. Кто ты? Ганс? Гюнтер? Ой-ой-ой. Да. Высунулся. Господи, с таким звуком еще каску пробивать. Мне это так нравится. Блин. Так все хорошо начиналось. Ну давайте посмотрим. Блин, ну теперь мы знаем, что ожидать. Вообще можно сюда залезть, заминировать все здесь к чертям. Как неприкаяние. Так, давайте-ка растяжечку. F. F. Что у нас там? Кто следующий по плану? Блин, ушел. Граната. У меня у самого граната есть. Хотите кино? Куда ты ко мне подошел? Не надо ко мне подходить. Я дядька злой, нервный. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Ну давай, выгляни. Вот так, напрямки тебя. Где тебя еще можно найти? Ну же, давайте. Да кто строчит? А, вон он. Давай. Ну вот так вот. Минус твоя голова. Ну, у вас так-то, по идее, много должно быть. Давай. Переломаем тебе все зубы. На дальнюю дистанцию. Руки. Это последнее, что ты сделал своими руками. Затаим дыхание. Еще должны быть. Еще. Давайте. Я же вас первый раз много перестрелял. С чего бы сейчас вас меньше стало бы? Только насколько много вас? Вот вопрос. О, у вас там двое. У вас там двое, трое. Давай, корешка-то своего не забудь. Не забудь. Ух ты. Минус фитиль. Где-то, где-то тут же за забором прятался. Ну-ка, покажись. Покажись. Ирод. Блин. В голову. Пулеметчику. Была бы там граната, в голове выше, но вообще бы здорово было бы. И... Блин, их там двое. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Спокойно. Вот они. Окружают меня. Окружают. Не вижу.
Блин, подсвечивали были бы. Хотя, если были бы подсвечены, это бы уже неохота была бы. И вот он. Как заяц. Как заяц пробежал. Еще там есть. Двое, если не ошибаюсь. Так. Где ваши чугунки-то? Давай. Давай, где ты? С автоматом. Солдатом. Вот так вот тебе в грудь. А ты без бронежилета. Какая жалость. Я прибуду вскоре, дети, но уже в бронежилете. Успокойтесь, ребятушки. Опустите свои пушки. Скоро я прибуду, дети, но уже в бронежилете. Вот он. Вот он. Да, тебе. О, как хорошо и как удачно я попал. Так, мне вас по кругу обходить или как? Так. Попал. Ты меня решил обойти, а в итоге я вас обошел. Как тебе такое, Илон Макс? Вот так. Я сейчас наберусь с вас, с козлов. За все мне ответите. Ох, как неплохо поживился-то. Идем к этой сраной куче. Что ты мне можешь преподать? Ты мне что можешь дать? Сейчас еще выбегут, нет? Выбегут или нет? Так, здесь кто-то есть? Кто-то валил здесь? Ой, смотрите. Тут еще есть. А, тут боеприпасы. Это очень хорошо. Так, что у нас имеется? 4 гранаты и мина. Растяжек нет. Заметили? Я заметил. А я заметил, у нас растяжек нет. Надо за растяжками. Так. Ближний бой. Присядем. Ой, а здесь что у нас? Золото. И мы выходим. Вот сюда. То есть, можно было вот так вот пробираться, если хочешь. Прятаться, отвлекая внимание. Вот так вот можно было здесь жить, путить. Так, на второй этаж подняться и отсюда отстреливаться, или что? Какое большое помещение захламленное. О, тоже смотрите, как здесь все превосходно. Ванна, чтобы помыться, кровь себя смыть, когда отстрелялся. Боеприпасы специально поставлены, мины все поставлено для того, чтобы здесь держать оборону. Может быть, даже еще и придется. Так, сейчас-то я сюда зачем бегу? Ой-ой-ой, плохое предчувствие у меня. Мне кажется, после того, как я там соберу документы, мне придется сюда держать оборону. А иначе за каким хреном здесь такой полигон устроили? С припасами. Ну ладно, давай. Сбегай вниз. Ты у меня запыхался, нет? Ой. Идем в логово зла. Так, золото кусочек собрали. О, стоп, ну-ка, подожди-ка. Сейчас-то у нас есть растяжки? Одна растяжка. Одна растяжка у нас есть.
Опа. Опа. Че, больше не могу тащить? Или могу? Теперь патроны. Ты че у меня? Здесь то, здесь только. Ну, вроде все забито. Три магазина для автомата. Хотелось бы, конечно, больше. Так, бутылочка здесь искать не буду в этом бардаке. Не хватало бы еще по бутылочкам стрелять. И пулемет. Больше в деревне никто не живет, кроме деда Архимеда. У него была торпеда. Чем это взаимосвязано, я не знаю. О, растяжку еще одну взяли. Смотрите, как благородно. В комнате все было перевернуто. Фрицы выпотрошили ее. Они забрали или сожгли все бумаги. Но должно было остаться что-то, что могло мне помочь. Давай, давай, найди. Еще лучше. Это старый трюк, но вполне действенный. Давай, грифель. В яблочко. Похоже, это план спасения Вольфа. Но перед свиданием с Вольфом мне нужно было сорвать пуск Фау-2. Здесь не оказалось ничего, что могло мне помочь. Единственный шанс давало здание министерства на другом конце площади. Ну что ж, идем туда, найти информацию, которая поможет узнать, где находится пусковая площадка. Блин, на другом конце площади вот это... И вот это что? Это, кстати, вот где я был в домах, это вот боеприпасы. Вот здесь вот, кстати, не был. Понятно. Ой-ой-ой. Он их высадил. Ну что я могу сказать? Я могу встать за пулемет. Где еще? Так. Мне кажется, я должен встать как-то за пулемет. Ну-ка, давайте посмотрим в управлении. Параметры управления. Так, мыши, клавиатура. Так, ти, бежать, положение тела, выстрелить, зарядить, оптический прицел, переключатель прицела, приблизить, отдалить, пустые легкие, прицел, действие, действовать, пробел, на пробел, попробовать на пробел. Ну, о, на пробел. Давай. На тебе. Даешь твою мать-то. Давай. Вот так. Станку. Я тебя, падла, там изрешечу в капусту. Кто где? Блин, только стал за пулемет, и нету никого. Прицела нет. Умри, сволочь. С удовольствием, если ты ко мне подойдешь сейчас. Давай. Хрен там, да? Ладно. Швайн. Ах ты, падла. Ну-ка, покажись ко мне. На тебе, швайн. Ты этого хотел? Козел. Ну давайте, кто еще?
Так, смотрим. Снайпер. Вон он. Давай, ляки, ляки. И вот сюда уйди. На тебе. Вот, минус обули. Такая прелесть. Ну-ка, с другой стороны. Пока не видно. Ладно. Давайте короткими перебежками между тележками. Иногда это помогает. Граната. Граната — это хорошо. Граната — это уважительно. Еще. Еще что можно? Еще где-то, да, снайпер? И не может так быть легко. Вот он. Кто? Откуда? Не вижу. Вон он. Куда тебе? За кустами спрятался. Тоже мне. Герой. На. Блин, блинский. Ничего страшного. Ну сейчас. Захреначим, мы уже знаем. Не успели. Не успели, не успели. Вот так вот. Посмотри, живет недаром, семерых одним ударом. Бери. Бери. Где вы? Стоять. Вот он ты. Где еще? Вот он ты. Давай еще. Все? Слабаки. Я таких, как вы, брюкал. На тебе. Думаешь, я не знал, что ты там знал. Ты же только что меня обстреливал. Идиотинушка. А теперь мы бежим сюда. Ни в кого не попал. Как плохо. Хоть напугал их. Не знаю, помогло ли это, нет. Но хотя бы напугал. Спокойно. Не вижу. Вижу. Надеюсь, зацепил. Вот так вот. Куда тебе? В жбан. Ну правильно, ты же без каски. Хотя и каска здесь не помогает. Давай, где ты? Где ты? Блин, не вижу тебя. В бочину. Еще гранату бы взорвал бы там, если с корешем там стоял бы так. Так, давайте-ка посмотрим. Я же здесь убивал человечка. Может, я гранату у него возьму, растяжку, что-то нужное. Ой, как мне вот это стоять. Как мне вот это вот нравится. Лежит. Как падаем на площади. Да. Что-то мы никакой жалости к ним, правильно? Вот так вот. Еще где-то вот тут вот, возможно, есть. Обитает.
рыцарь печального образа. Хотя нет, рыцарь печального образа это я, Дон Кихот Ломанческий. И Санчо Панчо мой помер вместе со своим осликом. Только Рафинан со мной остался. Вы не знаете, кто это? Это же Дон Кихот. Ладно, можете посмотреть в интернете, кто это такой. Человек, который боролся с мельницами. Вот вы не боролись с мельницами, а он боролся. Чудак человек был. Кстати, не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки. И да, комментарий. Не забывайте про комментарии. Буду рад вашим комментариям. Знаю, что вы так или иначе прошли или просмотрели игру Снайпер. И, кстати, постарайтесь найти все слитки золота или собрать все бутылки. Хочу узнать от вас, какой бонус за это будет. У меня самый лучший медаль во всю попу. В чем смысл сие действия-то? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что-то. Нету никого. Кто? Кто в квартирке? Не знаю, кто это. Что за город? Ну, какой-то не германский или не знаю, немецкий. Deutschland. Наверх или сюда? Давайте сначала здесь глянем. О, нет, сюда все-таки. Успел что-то схватить. На карте были отмечены все пусковые площадки в окрестностях Берлина. Только одна из них была действующей, при этом находилась на территории, занятой русскими. Она-то мне и была нужна. Вот так вот. Ну ничего, у меня 150-е чувство сработало. И откуда ж ты? Да, не ушел. Еще бродить будет. Согласитесь, хорошее расстояние. Пролетела пулька. Так, а что мне сделать надо? Мне покинуть район по крышам. Это значит, за мной охоту будут вести снайперы только. Ой-ой-ой. Бежим. Стоять. Где? Я сейчас только выйду. Вот кто-то по мне стрелял, нет? Вот так вот. Хрен знает, с какой пули я его убил. Легкий позвоночник. Все в хлам. Ой, как я рад, что у меня винтовка. Охренеть, как и зарядная. Так, по крышам. У меня стол есть. Он мне поможет? Мне почему-то кажется, что вот отсюда будет следующий выстрел. Главное не спешить. Это дыхание собью, и потом мне хрен прицелиться. А так хотя бы... Опа. Да. Вот почему я не спешил. Берег дыхание. Вон, еще из окошка. После леса на пригорке жили 33 игорки. Сейчас уже 32 игорки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой.
И 31 уборка. Интересно знать, их хватит на всю считалочку или нет. Или можно бежать. А, нет, бежать нельзя было. Бежать нельзя было, блин, ладно. Не так страшно. Так, сваливать, сваливать, сваливать. Запасемся. Так, а какого хрена я? Ой-ой-ой-ой, ну-ка. Перезапуск контрольной точки. Да если бы я знал. Да, получи. Все. Да, получи. Ой-ой-ой. Следующий. Где? Вот это. Мне гранаты-то сейчас не нужны будут, ничего. Так что угасить тебя буду, падла. Теперь-то все ясно стало. Куда бежать, зачем бежать, чего бежать. Так, ну-ка давайте попробуем тогда с другой стороны обойти. Мы не гордые. Бежим вот на эту сторону, сейчас их похреначим. Вот он, голубчик. Давайте, где еще? Ну, я же знаю, что вас дохренище. Привлекли внимание. Бежим. Патронов у нас тьма. Можем не экономить. Куда вот только не экономить-то? В кого? Выманить-то мы их выманили. О, кстати, можно пробежать, пока они там тусуются. Ну, это как вариант. Вот он. Где ты? Бум. И все. Они пока туда, я пока сюда. Вот он. Видели, пробежал? На правый план. Пусть бежит. Интересно, зачем они там базарят? Выгляни. Вот так вот. Еще двое остались, которых я точно видел. Будут бегать как зайцы. Ну. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот. Вот этот в шапочке мне никогда не нравился, в кепочке. Так. Ладно. Перезарядим. За что вы меня так не любите? Вот лично я вам. Что сделал? Так, обойдем машину. Так и будем щипать сейчас вас. Раз вы не хотите по-хорошему. Буду с вами по-плохому. Ой-ой-ой. Давай. Вот так.
Один остался. Высунься. Покажись. Или ты скажешь, что не дурак? Не вижу. Вот и все. Ты вроде последний был. Фуражка. Кожанка. Ну, с вас мне ничего не надо. Все, что надо. Мне сейчас это снайперские патроны. Их у вас все равно может не быть. Так, я вот сюда пойду. О, кстати, кусочек золота. Запомнили. Подобрали. А за каким сюда? Мне же не сюда. А сюда я, наоборот, собрался бы. И прошел бы как раз вот сюда. Наверх. Запомнить надо, не надо бежать потом. Вот сейчас находим и не бежим. На карте были отмечены все пусковые площадки в окрестностях Берлина. Только одна из них была действующей и при этом находилась на территории, занятой русскими. Она-то мне и была нужна. Опаньки. Видели мою реакцию? Так. Вот так вот тебе. Лови маслину. Так, с первым готово. Второй. Вот здесь вот. Еще не пришел на точку, видимо. Давай. Они же передвигаются. Но этот, видимо, не дошел еще. Или обзор угла такой. Сейчас посмотрим. Чем у нас приготовили? Стоп. Ой, как-то быстро. Нет, подождите. Знаю даже, где вы находитесь, но вы все равно меня хреначите. Хочу начать вот с этого када. Пада. Золото. Блин, я думал, это вот. Есть еще, нет? Смотрите, пока его нету. Нету пока. Так, не бежать. Опаньки. Нет, с таким темпом он меня завалит. В окне, нет? Вот он. На этот раз я вперед выстрелил. Или что, каждый раз новый будет. Смотрим. Боеприпасы. Успеем взять? Где это? Успели взять. Не спешим, там в окне еще было.
Помню. Посмотрите, пока нету сейчас. Пока нету. Сейчас должны появиться, наверное. Опаньки. Вон он. Первый появился. И в задницу ему пробили. Вторые дырки уже только упали. Давай. Ты в меня, я в тебя, траектории пули. Пересекутся. Минус гайморит. Вылечили пациента. И сейчас где-то в окошке еще был. Вот в каком только. Вот я не помню. Сейчас посмотрим. Из какого он. Нет, нет. Хрена мне назвали. Да, лови. Попал. Он лито. Или у меня партнер был? Был партнер. По играм. Не было вроде. Ладно. Сюда. Идем, идем. Успели. Давайте по одному. По одному, не надо, все разом. Я ожидал, что там кто-то должен быть. Уж больное место такое хорошее. Понял. Вот так. Сзади-то я уж точно не ожидал такой подляны. Давайте, кто еще? Есть еще кто? Вот пока я в окна стою. О, кто-то есть. Еще бы знать, откуда. Откуда прилетело. Вот, кстати, смотрите. Так. Уйдите по крышам. А как по крышам-то уходить? Да. Кто где? Вот здесь вот где-то. Я предполагаю так. Стреляешь-то. Все понял, дети. Вот ты не засел, падал. Вот отсюда ты стрелял. Блин, не то окно. Точно знаю, что ты здесь. Ты спалился. Вот он. Из окошка, из окна в окно перебегал. Поэтому его не так легко было найти. Успели. Успели. Вот вырвались мы только или нет? Да. На этом все. Подписывайся на мой канал, ставим лайки. Пока. Увидимся в следующем видео.